Дорогой Ред, если ты читаешь это письмо, значит, ты на свободе. Если ты дошел до этого камня, может, ты сможешь пойти и дальше. Надеюсь, ты помнишь название места. Захватанеху. Мне бы сейчас помог такой человек, как ты, чтобы мой проект заработал. Я приготовлю для тебя место и приберегу шахматную доску. Помни, Ред, надежда – самая лучшая из вещей. Она никогда не умирает. Я надеюсь, что письмо найдет тебя в добром здравии. Твой друг Энди. Занимайся жизнью или занимайся смертью. И это совершенно верно. Здесь был Ред. Опять я совершил преступление. Нарушил условия досрочного освобождения. Думаю, ради такого старого негодяя, как я, не будут устраивать облавы. Да, Хэнкока, штат Техас, пожалуйста. Я так был взволнован, что едва мог усидеть на месте от мыслей в голове. Такое приятное чувство возбуждения испытывает только свободный человек. Свободный человек в начале долгого пути. Я надеюсь, что пересеку границу. Надеюсь увидеть своего друга и пожать ему руку. Я надеюсь, что Тихий океан такой же синий, как мне снилось. Я надеюсь. Памяти Алена Грини.